Вот история, чудесная история рождения Иоанна. Она очень похожа на чудесную историю рождения Иисуса. Они, во-первых, родственники, как мы только что прочитали. Оба мальчика были рождены по предсказанию архангела одного и того же. Оба мальчика были отделены Богом на особое служение, на особую миссию еще до рождения. Оба мальчика были наполнены Духом Святым от самого чрева матери. Оба мальчика в конце своей жизни были казнены незаслуженно и несправедливо. История Иоанна и Иисуса очень похожа, но у них есть огромная разница. Разница невероятная. В чем разница? Смерть Иоанна Крестителя была трагедией, но эта смерть никого не изменила. Смерть Иисуса изменила весь мир. Сегодня мы пели об этом хвалу. Его смерть на кресте изменила весь мир. Иоанн знал об этом. Он заявлял: «Идет тот за мной, которому я недостоин развязать ремень на обуви. Ему нужно расти, а мне нужно умоляться». Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи этого мира. И Иоанн знал, кто такой Иисус. Верим ли мы в то, во что верил Иоанн? Что Иисус тот, кто взял все грехи человечества на кресте, в том числе и мои грехи. Наши дети зажгли уже нам много свечей. Свеча надежды, свеча веры, свеча радости. Сегодня они зажгли нам свечу мира. С Иисусом на землю пришел мир. Мир с Богом, мир с другими людьми и мир внутри человека. У нас есть теперь такая способность и возможность. В конце первой главы есть характеристика человека. Там написано, что мы все сидим во тьме в тени смертной. Мы не просто во тьме, а эта тьма – тень смерти. Просто задумайтесь над этим. Каждый человек сидит в тени смерти. Кому приятно сидеть под тенью смерти? Вот тень, то смерть, ты сидишь в ее тени. Это ужасное состояние. Это постоянное состояние давления. Когда написано, каждый человек сидит, вся жизнь, всю жизнь он сидит в тени смерти. Но красота Евангелия в том, что Иисус пришел, и Он хочет направить наши ноги. Он говорит: не сиди больше в тени смерти, вставай на свои ноги и иди путем мира. Мира с Богом, мира с людьми и мира внутри тебя. Вот красота Евангелия. Нам больше не нужно сидеть в тени смерти. Мы идем вместе с Иисусом в Его Царство. И Он нас ведет. Этот мир, этот шалом доступен во Христе. Доступен во все сферы нашей жизни. Нам нужно принять верой эту благодать.